От чистого листа до осознанных художественных композиций. Такой путь юные десногорские художники успели пройти всего за полгода. Доказательством этому стала выставка «Мой первый просмотр». В экспозиции представлены лучшие работы первоклассников детской художественной школы. Как правило, эти работы готовятся в течение первых 2-3 месяцев. И к середине года мы представляем на обозрение эти работы. Показываем уровень, чему научились детки. Авторам этих работ от 10 до 12 лет. Но их уровень рисования уже доступен не каждому взрослому. На выставке представлено около 50 работ в разных жанрах и исполнении. Посмотреть экспозицию можно в фойе детской художественной школы до конца февраля.